Ну я понимаю, что ты говоришь. Но... я тебе говорю, у меня времени совсем нет. Едет ну, кругом да. Ты что, единственный гинеколог в Москве, что ли? Ну, на минуты день меняет. Ты опаздываешь. Ну, пробка, ужас. Ага. Не знаю. А? А? Прости, не могу говорить. Ты что? Что? Ты соображаешь? Ты соображаешь, что ты делаешь, а? Ну что с тобой? Ну, ну что? Ну, вставай, поднимайся. Поднимайся. Ну, все хорошо. Да, посмотри. Все хорошо? Молодец. Да, все хорошо. Ну, успокойся. Пойдем сядем, Маша. Пойдем, Маша. На, возьми. Как тебя зовут? Подожди. Давай. Болит? Ой. Юль, а? У нас сегодня приема не будет. Так что угу. Обзвони кого там, кто записался. Угу. Как ты? М? Ну что? И чай организуй. Хорошо. Угу. Пошли. Давай. Садись, садись сюда. Угу.
Вот. Тоцкая подогрела. Они там вечно чаевничают. Пей, это вкусно. Курточку давай снимем. Курточку давай сними. Вот. Вот. Бутерброд с котлетой. Ешь. Вкусно. А то. Вы гинеколог? Боже упаси. Вот она, гинеколог. Ненавижу гинекологов. Почему ненавидишь? Слушайте, вы. Я вас просила меня спасать. Просила. Ну-ну-ну. Я, может, второй раз и не решусь. Тихо. Добренькие тихо. Мы, да? Вы меня спросили? Вы что думаете, меня сюда привезете, чаем горячим напоите, строго мне в глаза посмотрите и все? Мне не поможешь. Никак. Все из-за вас, гинекологи. Я ненавижу, 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 ненавижу. Успокойся, ты куда? Ты куда? Подожди, что вы меня держите? Я кричать буду. Юля, быстро. Тихо, вот, садись сюда. Все. Ну так, сейчас. Сейчас, давай. Вот здесь. Тихо, моя хорошая. Ну, аккуратненько. Давай. Потерпи. Все, 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 все. Все, ну не страшно. Ну, вот и все. Ну, все, все. Все. Ну, все хорошо. Все хорошо. Все, 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 вот все. Все. Ну, успокойся. Куда меня теперь? В Сербск или в Кащенко? Почему в Кащенко? Мы домой поедем. Зачем домой? Я не хочу домой. А мы ко мне домой поедем. Жень, ты что? Все нормально. Жень, ты хорошо подумала? Хорошо, до завтра. Ну, до завтра. Вон за мной мама приехала. В кои-то веки. Наверное, в тайге медведь сдох. Умнее ничего не придумал? Ну, не медведь, а слон. Ты прутиков острях безнадежный. Пока. Привет. Привет, Маш. О, опять? Новая потерпевшая? Маш. Интересный экземпляр. Как звать? Не знаю. Документы смотрела? Что, я из милиции, что ли? Террорист. Маш, не буди ее, ладно? Да я не бужу, успокойся. Ну что ты роешься в чужих вещах, а? Вы, мама, слишком нервная. Жди меня здесь. Рутиков, пойдем, дело есть. Да, Лиль, да. Не могу говорить сейчас, да. Ты знаешь, лучше домой ко мне приезжай, все расскажу. Угу. Зовут ее Таня. Фамилия Гущина. Выпускница, идет на золотую медаль. Увлекается химией. Есть молодой человек, зовут Антон. Старше нее, кстати. Учится на химфаке. Умный. Но почему-то я ему дозвониться никак не могу. Да, ты молодец. А ты, мама, застряла в прошлом веке. Нет, даже в позапрошлом. Просто Шерлок Холмс. А ты знаешь, что в личную жизнь вообще лезть аморально? Мама, вести домой незнакомого человека – это морально, да?
И вообще, мам, ты не о том думаешь. У тебя дома живет беззащитный подросток красоты небесной. Стоп. Кто у меня дома живет? Красоты небесной, а? Мам, ты безнадежна. Маш, раскладушку сама себе поставишь, хорошо? Мам, вот я не понимаю, почему все свои добрые дела ты всегда делаешь за мой счет? Помоги лучше Тане лечь, а я ее маме позвоню. Давай там посерьезнее, а то еще неизвестно что. Ага. Здрасте. Я мать Тани. Это Степан Игнатьевич. Мой, так сказать, министр обороны. Очень приятно. Да. У него подготовка соответствующая, ну и амуниция. Я понимаю, проходите. Давай. Степа, ты посмотри, что они с ней сделали. Дочь, вставай. Дочь, вставай. Мы сделали ей успокаивающий укол. Степа, они обкололи ее. Давай, вызывай милицию. Ну, какая милиция? Я врач, я вам сейчас все объясню. Вот там и объясните. А это кто? Привет, Лиль. Тут такое? Привет. А вы кто? Я? Я корреспондент журнала «Здоровье и красота». А вы кто? Я? Да так, все ясно. Да помолчите, женщина. Где у нас потерпевшая? Это кто здесь потерпевшая? Я мать! Это кто это здесь мать? Лиль! Что-то я не вижу тут никакой матери. Вот если б не она, Лиля. Если б не она, да подожди. Вы ноги целовать должны. О, Господи. Землю, песок, по которому она ходила, должны целовать. Лиль. Да честно. Мать я засужу вас всех! Ну, успокойтесь, я сейчас... Подождите. Маш, быстро, я выхожу, я выхожу. Я вам сейчас просто постараюсь объяснить, что произошло. Привет. Осторожно. Мужчина, а вы кто? Отец? Министр обороны. Да, какой я министр обороны? Я управдомом в их доме. Понятно. Жесть. Хорошо, доктор. Мне просто не хотелось доставлять вам неудобства. Я вам завтра позвоню, заберете девочку, а сейчас пускай спит. Как вы считаете правильным? Так и делайте, вы врач, вам ладно. И решать. Пойдем, ну неудобно уже. Ты у нас, Женечка, просто герой. Герой. Будь здоров. Хочешь, я тебе колонку светской хроники напишу? Да брось ты. О, вот и мы, выспалась. Добрый вечер. Ну, садись. Ой, какая ночнушечка-то хорошая. Миссони? Что? Моя, Лиль. Конечно же. Мне Олег из Индии привез. Я тебе сейчас халат принесу. Гаденыш. Хочешь чаю? Угу. Ну, что ты ей чаю? Ты ей винца налей. Лиля. Винца для цвета лица. На, давай. Какой халатик-то хороший, но это точно Миссони. Тоже Олег привез. Из Сомали, да, мам, по-моему? Добытчик. Мой муж оператор. В этой вашей Сомали пропал. Как вы можете операторов в такие горячие точки посылать? Тише. Да что тише? Он отец троих детей, а его в плен. А эти... Ничего не делают.
пойдем. Ну сделайте же хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь сделайте же! Извините нас. Ничего, ничего. Здравствуйте. Я про Олега Чигасова хотела узнать. Он репортер, ведущий. А вы ему кто? Понятно. Удерживает их. Мы делаем все возможное. Спасибо. Только про... Олег! Я позвоню. Ну, Жень. Ничего ты не звонила. Испугалась? Ну, ладно. Ничего ты не звонила. Кстати, нормально, ребята оказались. Мы даже с ними потом покрасовали. Ну, Жень. Слушай, они же мне халат подарили. Посмотри. Я думаю, тебе будет как раз. Жень, ну... Ничего ты не звонила. Ну, ладно, нормально, ребята. Женечка! Очнись, что с тобой? Тебе чаю подлить? Да что ты ей все чаю? Чаю да чаю. Ты ей винца налей, дай мне фужер. Мне нельзя вина. Ты что, болеешь? Я беременна. Ой. Эти две на анализ. Здравствуйте. Можно я со школьного медосмотра? Давай, проходи вон, снимай портки и на кресло. Так, половой жизнью живешь? Что? Не придуривайся. С мужиком в постели. Кувыркалась? Есть у меня мальчик. Нет, Надь, ну ты посмотри, а. Одна за одной идут. И ни одной чистой. Так. Давай на кресло. А как? Как перед мужиком ноги раздвигать. Сообразила? И здесь сообразишь, давай. Снимай сумку, снизу все и на кресло. Ну, пошевеливайся, пошевеливайся. А потом определили мне беременность. Гинеколог как заорет. Нагуляла, шлюха. Боже мой, жесть. Сразу завучу позвали. Та тоже как заорет, исключим. Матери сообщили. Ну а что мать? А что мама? Мама кричит, делай аборт. Шлюха. Тут-то она мне сразу не понравилась. Понимаете, у мамы не сложилась судьба. Дай мне денег на аборт. У меня нет денег. А что у тебя есть? Идея. Какая? Рожай. Долго думал? Я буду помогать тебе деньгами. Где ты их возьмешь? Открою кооператив. Буду торговать компьютерами. А ты будешь сидеть дома с ребенком. Но ведь мне придется бросить университет. Постановишься потом. Зато у нас будет ребенок. Не у нас, а у меня. Ну почему? У нас. Поженимся. Правда? Правда! Отец так на ней никогда и не женился. А кооператив открыл? Ну при чем здесь кооператив? Открыл. Мама говорит, что одно время денег много было. Только на такси ездили. Однажды он пропал. Куда пропал? Я не знаю. Одни говорят, что его убили. Он не очень договариваться любил. А ты как считаешь? Я так думаю, что он в Америку эмигрировал. У них же с курса многие уехали. Но что мать-то? А мама так никогда и не восстановилась. Понятно. Работает в бухгалтерии. Бухгалтером. И во всех своих бедах
винит меня. Ну, давайте, давайте спать. Ты устала. Проводи. Ну, а что Олег-то твой? Он хоть звонил? Лиль, ну прекрати, а... Скажи, а у тебя с Антоном гармоничные отношения? Как это? Ну, ты сама понимаешь, в плане секса. У тебя самой есть кто-нибудь? Конечно. Много. Да еще как. Да не свисти. Нет у тебя никого. Это же видно сразу. Неправда, есть один. Я вот так вот щелкну, и он сразу ко мне прибежит. Угу. Вы хоть целовались? Ну, мы собираемся. Вообще-то он какой-то странный. И фамилия у него дурацкая. Прутиков. Представляешь? Ну, хотя бы, не знаю, Палочкин. Палочкин, Сучочкин. Репинкин. Ёлкин. Знаешь песенку? Тоненький он, прутик. Маленький, как лилипутик. Да, да, нормально. Я думаю, ее вполне можно готовить к операции. А? Извините. Увидимся. Да, да, говори потом. Угу. Ты откуда, а? Кругами бегаю, ищу тебя. Ну, у меня же сейчас прием. Да нет там никого у тебя. Я только что оттуда. Да наплевать. Слушай, я про эту заехала узнать. Про самоубийцу нашу. Про Таню? Ну, про Таню. Ну, я ее взяла на руки маме. Они обещали позвонить. Пока нет. Я знаешь чего? Я это... Беспокоюсь, как бы рецидива не было. Ну, такое дело, сама понимаешь. Нет, ну, ты, конечно, сама врач, тебе решать. Еще. Я, конечно, не хотела тебе говорить, но уж лучше я, чем кто-нибудь другой. И потом, все равно об этом уже все знают, так что... В общем, короче, с Олегом в группе поехала координатор съемок. Тамарой зовут. Страшная жесть. У меня фотографии есть показать? Не надо. Короче говоря, они с Олегом... Зачем я сказала? Ну, в общем... В общем, я дура. Справитесь? Я думаю, вполне. Да, хорошо. Ты меня, конечно, Женечка, прости. Вы меня извините, но мне показалось, что эта пациентка пришла к вам без талона. А я и есть без талона, потому что я не пациентка. Тогда покиньте помещение. Здесь все-таки лечебное заведение, а не место встреч для подруг. Послушайте, мужчина, я журналист, корреспондент журнала «Здоровье и красота». Я в Кремль без досмотра вхожу, одним пинком ноги. Лиль, помолчи, а. Юля, а? Сделай, пожалуйста, талон для Лили. Она сейчас деньги даст. Пожалуйста. Господи, какие проблемы. Этого хватит? Да, я... да. Пожалуйста. Ну вот, теперь я здесь совершенно легально, потому что заплатила за общение с подругой. Мужчина. Хорошо. Это за осмотр. Да? Проходи. Ты половой жизнью живешь? Живу, конечно. Чего и тебе желаю. Часто? Ну, что значит часто? Это вообще сложный вопрос. Когда действительно часто, то такое впечатление создается, что редко. Что ты делаешь? Раздевайся. Ты что, серьезно? Да. Ты же заплатила деньги за прием. Ну, ладно. Если я заплатила. Да.
Зуд, жжение бывает? Нет. Угу. Но ты знаешь, Женьк, все еще неизвестно. Может, ничего и не подтвердится. Я имею в виду по поводу координаторши этой и Олега. Ой, а что это у тебя? Ой, нет, это очень неприятно. А мне, думаешь, приятно? А? Ты, маму, зря во врачи пошла. Из тебя бы повар хороший вышел. Между прочим, могла и приготовить что-нибудь и себе, и мне. Ты автоответчик слушала? Да нет там никаких сообщений, ни тебе, ни мне. Тебе выкладывать на тарелку или так? Да можно так. А ты случайно не знаешь, что там Таня, почему она? Да, конечно. Из-за гинеколога? Мам, ты, конечно, смешная. Запомни, из-за гинеколога никто никогда в речку с моста не прыгает. А жаль. Боже мой, дежавю какое-то. Ты о чем? Ни о чем. Я беременна. Надо что-то делать. Ну, делай аборт, я найду деньги. Я не хочу аборт. Ну, тогда рожай. Я не хочу рожать. Ну, чего ты хочешь? Я не знаю. Я хочу, чтобы ты сделал, как было раньше. Чтоб я не была беременной. Чтоб меня не называли шлюхой. Ну, постой. Ну, что я могу сделать? Ну, я же не волшебник. Ну, я не знаю. Ты мой репетитор. Ты мой старший наставник. Ты меня готовил на химфак. Вот возьми и сделай. Я не знаю, как. Я учусь на химическом, а не на алхимическом. Ну, а потом Антон перестал отвечать на звонки, ходить в университет, ну, появляться в общаге. В общем, пропал. Как пропал? Ну, вот так. Таня его поискала, не нашла, решила, что ее больше никто не любит, и завязала косы веревочкой, и тю-тю. Ну, что ты мелешь? Дай, пожалуйста, хлеб. Вот, решила с моста сброситься, а тут ты. Значит, пропал, да, Антон? Значит, пропал. Тебе Таня рассказала? Угу. Я стояла за этой женщиной! Я с 9 утра тут сижу, нахалка! Здравствуйте. Проходите сюда, раздевайтесь. А это вы? Как Таня? Нормально, нормально. Уговорить ее сделать аборт. А почему, собственно, я? Вы знаете, она вам очень доверяет. Мы только о вас и говорим. Евгения Санна то, Евгения Санна сё. Это невозможно, я не буду ее уговаривать. Почему? Потому что такое решение каждая женщина принимает самостоятельно. Ну, Евгения Александровна, ну какая же она женщина? Она же девочка, ребенок. Ну, вы же понимаете, она погубит свою жизнь. И тем не менее. Хорошо. Евгения Санна, я навела о вас справки. Вы действительно очень хороший доктор. Спасибо. Я думаю, эту операцию должны делать вы. Я вам заплачу очень хорошие деньги. У меня есть. Я не делаю аборты. Никогда и никакие. Но это же глупость. Глупость. Вы же понимаете, что женщина
не должна быть игрушкой в руках мужчины. Я свое мнение уже высказала. Высказала. Смотрите, аборты круглосуточно. Хорошо. Пусть эту операцию ей сделает какой-нибудь канавал. В конце концов, она это заслужила. До свидания. Алло, Маш. Привет. Маш, надо найти срочно Таниного Антона. Да. Ну, я тебя очень прошу. Это очень нужно. Мой Шерлок Холмс, ну, пожалуйста. Ладно. Ну, ладно, ладно. Давай. Угу. Следующий. Вот он. Да. Спасибо. Привет, девчонки. Не знаете этого парня? Зовут Антон. Учится на химфаке. Ну, вы не знаете, что такое на этих парней? Они наверняка знают. Спасибо. Парни, спросите. Привет. Вы случайно не знаете, где живет этот парень? Этот парень недалеко живет, по-моему. По-моему, в общаге вот там, рядом. Все перебыл. Спасибо. Немчиновки он. Спрятался на даче у своего друга. Новую сим-карту купил. А почему они тебе все рассказали? Прут, ты меня удивляешь. Да, посмотри, здорово. Готовьте, пожалуйста. Хочешь пирожок? Да. Вообще-то я мороженое хотела. Так, какие вам с мясом? Пожалуйста, пирожки горячие. Пожалуйста. Пирожки? Да, 15 рублей. Давайте. Да, с яблоками. 25 с мясом, пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо. Пирожки, пожалуйста. А вот и Антон. Попался, голубчик. Ну что, пойдем знакомиться? Нет, Прут. Для этого есть другие люди. Может быть, ты меня поцелуешь, если мы с тобой в такие попали романтические дебри? Это было волнительно. Съешь что-нибудь посущественнее. Не успеваю я. Вот, кстати, тебе фотографии и карта Антона. Спасибо. Это, кстати, Прутиков нарисовал. Я ему передам. Вот я не понимаю, если бы от меня такой Антон сбежал, я бы просто плюнул на него, да и выкинул бы его из головы. Интересно, если бы от тебя твой Прутиков сбежал. Ты бы не расстроилась, что ли?
Мам, прутиков из моих цепких лап уже никуда не денется. Тяжело без водопровода. Ну да, из крана вода невкусная. Много хлорки и железа. А тут в самый раз. Подождите меня. Чаем угостишь? Я к тебе приехала. Угощу. Яблоки можно вместо лимона. Угу, спасибо. У меня не богато, так что не обессудьте. Да ничего. Не холодно тут? Я топлю. Скажи, а как же учеба, университет? А я здесь учусь. Вон учебников гора. А на кафедре? А что на кафедре? Я договорился. Я у них типа селебрити. Отличник. Да, можно так сказать. Антон, а почему ты сбежал? Ты мужчина или нет? Что нагадил из кусты, да, мне отдуваться? Нет, 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 ничего у тебя не выйдет, Антошенька! Тань, что ты несешь? Успокойся, мне Тань! Мне жизнь поломала, я тебе поломаю! Я в деканат пойду, на кафедру, я к твоим родителям пойду, я тебе дверь подожгу! Таня, успокойся, что ты несешь? Подумай! Я заявление в милицию напишу, что ты меня изнасиловал, склонил несовершеннолетнюю, тебя в лагерь опустят! И ты испугался, да? Да не в этом дело. Просто я вдруг в Тане увидел ее мамашу. Глупую, вздорную хабалку. Не накручивай. У девочки просто сдали нервы. Вот и все. Не знаю. Ты поедешь со мной в город? Ладно. Только ей, пожалуйста, позвони. А то она пыталась с моста броситься. Я боюсь рецидива. Ну, с чем пожаловали? С мамой. Антон. Ну, правда, она в коридоре ждет. Ну, может, мы ее пригласим? Здравствуйте. Здравствуйте. Жениться собрались. Поздравляю. И ребенка сохраняй. Молодцы. Дура она, не молодец. Тебе об учебе надо думать, а не о пеленках. А мы совмещать будем. Еще один знаток нашелся. Совмещать. Мама. Что ты про это знаешь? Сам еще сосунок, а совмещать собрался. А жить где будете? Ну, пока у моих родителей, а дальше видно будет. А мы пришли, чтобы... Можно я вас буду наблюдаться? Ну, конечно. Конечно, я буду рада. Прямо сейчас? Прямо сейчас можно. Только у меня нет твоей карты. А я все принесла. Да? Молодец. А мы родственников попросим выйти в коридор, подождать. Конечно, совмещать. Совмещать он будет. Потом полжизни плакать будут совместители. Тань, а как ты себя чувствуешь?
Пойдем. Таня. Что случилось? Все нормально, успокойтесь. Таня не беременна. Да. Просто дисфункция организма. Это бывают такие ошибки. Что же она так со мной? Да не обращайте внимания, одумается. Она же ребенок еще. Нет, она не одумается. Что же это за день такой, боже мой, а? И с этой такое. Вы знаете, Танин отец объявился. И где, вы думаете, он был? Где? В Австралии. Евгения Александровна, вас к телефону. Извините. До свидания.